Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение первого ФФА-сериала «В мире шестой цивилизации». Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всё-таки всегда интереснее смотреть сначала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Кстати, а города-государства же не дают эти стратегические ресурсы теперь, да? Дают. Вот все прям, кого-то сюзерен, они там дают? Там написано, что они дают. Ну вот написано, если я сюзерен, я получаю рыбу и хлопок. Ну очевидно, если бы у него там был буран, наверное, буран я получал. Я написано, что я получаю лошадей и овец с Гонконга. Так. Я с лентой ни хрена не получу. Медленно я хожу, тем более, что у меня сейчас пригороды везде построятся, везде можно будет... Знаешь, я поменял бы этот город-государство на хоть какой-нибудь нефть. In order to rally people, governments need enemies. Например, да. БСВ. Ну что там, не заполнилось еще? Все в ногой идет. О. Лёша, поднимайся, давай, я уже жду. Видишь? Unit maintenance на 2. Меньше. Так, пригород построен, надо расти. Отлично. Так, тут... Рабочий построен. Будем вырубать лес и строить. Блин, а большой театр только тут как раз и можно построить. А Эрмитаж? Может, Эрмитаж построить? При этом переключаемся на рост. Так. Что тут не в чем покопаться. Ага, вот египетский куда-то бежит. Так, 6-4. Сейчас надо посмотреть торговые пути, купить новые. Так, капнем. Где у меня еще был? Откуда он пошел? Ну. Ой, как странно тут все работает. Так, откуда приплыли варвары? Меня интересует. Только если вот с этого, наверное. Может, поплывем тогда разбираться? Двумя пушечками, то следовать можно заодно. Картинами никто не хочет поменяться. Я хочу, Лёш. Давай. Ну, давай. Мир объявляй. К сожалению, нету возможности. Кстати, да, до сих пор нет возможности отвлекать. Ну, я думаю, ход 2 и появится. Объединим под защиту, у меня будет... Сигма и Мульт — это религиозный объект или картина? Если бы мы поняли, что ты сказал вначале... А, Сангма Инмульда, твой этот самый, картина или религиозный объект, что это? А на ней не написано ничего? В торговле нет. Как счастье, блин, ушло в минус, я просто не понимаю. Ну что, тут больше нечего копать. Только почитай, откуда у тебя несчастье. Где это написано вообще?
показать информацию от города. На городе. Так, вот еще раз, тут два. Так, лечимся. О, что тут сидит у меня до сих пор? Китайцы его не убивает. О, неужели ход завершен? В Нагое требуется, ну, сейчас тут построятся пригороды. Кстати. Подрастем слегка, раз у нас уже пригороды есть. Прытков... И не закрывается, хоть ты убейся. Так, сейчас надо по дипломатии пройтись. Кому там что могу предложить? Индус. Так, тут все. Индус предложение. Китаец предложение мира. Ну вот, кстати, у меня с французом есть совместная война. Стоит в защите, этого апнем. Этот на воду спускается. Тут у нас что? В Плимут можно перевести пушечку. Да блин! А, появляется сообщение в скайпе, переключается окно. Нафига оно всплывает выше цилы, я не понимаю. Высаживаемся. Ищем артефакт. Что, у меня хоть где-нибудь уже... О, отлично. 36, 111. Классно. Так, мне еще дофига артефактов найти надо. Встанем на артефакте и там встанем. Значит, этого мы отправляем сюда. Этого отправляем сюда копать. Что у нас там, Китай за ученым гонится? Кстати, что-то не показывает, сколько зарядов у археологов остается. У них 3, по-моему, заряды. О, у англичан 6. Не, по-моему, археологов англичанин нету там такой способности. Не, ну раз это самое. Решили, что можно 2 делать на один музей, то, соответственно, тоже по 3 у них этих самых заряд. Да. Вот если.
Если бы он один был с шестью зарядами, было бы круче, да. Ой, еще. Варвар. На самом деле не намного. То ли ты двух в разные стороны отправил. Производство. Да, они там быстро строятся, насколько я помню. Не надо, тут тысячу чем-то голды стоят. Так, угля у него нету, торговать с ним нечем. Индия, я там посольство хотел бы. У этого угля нету. Не, я не хочу, чтобы ты ходил и копал у меня. Египет, а ты отказался от дружбы, да? От открытых границ. Не, я могу тебе пообещать, что не буду ходить копать. Он же у меня зачем тебе открытые границы тогда? А я не могу почему-то этот научный договор предложить. Я думаю, может, типа, открытые границы повышают. Так я вроде предложил дружбу Египту. Ну, я вот сейчас тебе кинул, предложил дружбу. Меня очень раздражает, что тут... Ну, не знаю, у меня нету от тебя предложения дружбы. Кроме того, тут иконки прогрузится. Предложения, я их случайно закрываю периодически. Я не понимаю, они то закрываются левой кнопкой, то правой кнопкой. Но они показываются, если ты кликаешь потом на лидера. Ну, то есть, если тебе кто-то что-то сделал... Но у меня нету от тебя предложения. Вот давай я тебе предложу. Вот, я сейчас тебе сейчас предложил. Я тебе сейчас предложил. У меня ход еще не закончился. Ух, какие тут варварские юниты появляются. Ну, кстати, вот тут Надо с политиками еще посмотреть, что это интересного. Ну, вот, например, в дипломатии. Ну, тут все плюс два науки, культуры, веры и золота за каждого сюзерена. Но у меня их там мало, по-хорошему. Так, 50 продукции на шпионов. Ну вот, у меня появилось, я принял предложение дружбы. Так, экономика. Плюс 100 от коммерческих. В столице. Ну то есть, ничего нового на... Ну, International Trade Road. Но я внутри пока городов пускаю, все. Так что, ничего нового. Research agreement. Компьютеры. Ого. Можно получать золото с морских побед. Прикольно. Так, тут наша теократия. Так, я иду вообще в демократию. Поэтому пойдем просто в демократию пока. А сколько стоит купить лабу? Я ее куплю. Так. Так, и здесь мы переключимся на рост. Так, один ход. Отлично.
Так, у меня 4 посланника. Значит, тут я сюзерен и так, тут я сюзерен. Тут я сюзерен. Ну, вообще, можно и до 6 довести. 9, 8. Что Хатуса дает? Жестко. Каждый стратегический ресурс. Нет, это я не хочу. Сеул что дает? Ага, рандомная эврика. Я хочу Сеул. Слушайте, а вот эти research agreement'ы, они обоюдные или нет? Или только бус получает тот, кто обоюдные, предлагает? Обоюдные. Я просто даже не могу... То есть это считается, что мы с тобой вдвоем исследуем вот эту теху. То есть просто тот, кто предлагает, он может выбрать теху, которую предлагает. Я вот, наверное, могу поменять. Ну, поменяешь, предложишь, будет другое. Кстати, поменять и согласиться. Нет, я просто, я думаю, ну, слушай, ну сделай, давай, поменяй, согласись, посмотрим. Нет, я сейчас, я согласился уже на компьютере. Не, он это самое, как зовется. Кстати, Лёша теперь в первом месте по культуре. Да, у меня, ну я ж этих шедевров накопал. Иван Петрович, копай. 31 культуры вход, культурная победа за Англией. Так а тут культурная победа не от культуры, а от туризма. Но я думаю, что и туризма у меня тоже будет туризм больше. Там будет, он первый пойдет в социальные сети, вот это всю фигню, и просто получит. Туризм и заход тоже 111. Как-то все равно долго. Кстати, да, там на туризм надо посмотреть, не проседаем ли. Ну, в основном Россия проседает по туризму и Индия. Так, теперь мне надо караванов. У меня их 13. А так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Два каравана эти мне разграбили. Это, походу, из Манчестера в Лидс и из Лидса в Манчестер. Так что вот, давайте их восстановим. Я добавил в коммунизм какую-то технику. Хотя, с другой стороны... посещать другие страны. Я через 4 хода открою демократию... И мне от торговой республики надо будет избавиться. Зачем мне сейчас покупать 2 торговых пути, от которых мне придется избавиться потом? Да? Так, давайте... Какой-нибудь уголь есть лишний? У Индии нету. О, у меня уже грузовички возят продукцию. Ну да, там. Уже как 100 лет возят грузовички эту продукцию. У меня все еще верблюды. Так это же это Египет, все такое по фэншую, традиции, духовности. When you launch a rocket, you're not really flying that rocket. Космопорт могу строить. А нет, у меня верблюды от ГГшки, а свои у меня грузовички, да. Леша, посмотри, нет желающих найти замену. В смысле? Ну, просто я думал к 11 уходить, типа, точнее к 10. Да, подожди еще, часа. Поиграем. Да, я думаю, мы не успеем закончить, 10 полчаса осталось. Учитывая, как у нас пролагало полчаса. Ну, завтра поиграем еще. О, я нашел третью ГГшку. Двое джинсов. О, можно вопрос, почему я починил все районы, а они горят некоторые вещи? Ну, может, все-таки не все починил? Что вообще? А, не, типа здание внутри, когда ты не починил хотя бы одно, оно тоже горит целиком. Да. Странная логика. Не проработали Фераксис. Так, ребята, кому джинсы на продажу? У меня есть двое джинс. А кто хочет реликвиями, о, не реликвиями, а артефактами меняться? Я хочу.
картинами. Не, артефактами. А, артефактами? Артефактами нет. Француз, предложение. Кто-то говорил вначале, что Англия слабая страна. Вот, посмотрите, первая по науке, первая по культуре. Я не говорил, что Англия слабая. А нет, там знакомый говорил. Такой, типа, обсуждали слабые страны, там выделяли Рим, Конго, Германию. Слабый, вы что, прикалываетесь? Рим вообще топовый. Не, они обсуждали, типа, что это сильное, а типа Англию, Испанию, Францию в этом, в этой версии прям обидели. Франция грустная, согласен. Почему? Довольно-таки интересные шато у нее. Особенно не построил. Ни одного не построил. Зря, рядом с чудом они очень много бонусов дают. Важней. А картинами кто-то хочет меняться? Я уже спрашивал и забыл, что мне ответили. Я спрашивал, у тебя есть религиозные объекты? У меня есть, ну, тоже... у меня есть один религиозный объект. Как называется, скажи? Я тебе вместо него какой-нибудь другой, что ли? Сейчас скажу. Робо-гуру, видимо. Робо-гуру. Ну, люди, робо, это одежда что... такая. Лёша сейчас выиграет за счет туризма. Лёша сейчас может выиграть за счет туризма. И науки, причем он на первом месте уже. Могу выиграть за счет туризма. У меня написано одеяние. Да, то есть мне надо 111 туризма, и у меня ко мне сейчас целых 4 из 111 ходят. Зашибись. Мне пишут, что тебе надо 95 туристов. Ну, из 111. Я практически уже победил тут. Ну вот смотри, 2 хода назад я смотрел, у тебя было их 8, теперь их 9. Он будет расти, если кто-то построит там какое-нибудь чудо. Я не знаю, о чем ты говоришь. Уже можно космические эти, космопорты строить. Я думаю, что кто будет... Короче, тут явно научной победой. Строим тут торговец и в лице торговец. А, стоп, я же их не хотел строить, блин, я же поменяю. Все время забываю. Не понял, тут разграбил мой караван, что ли, или что? Большой театр, 10 ходов. Нет, давайте космопорт начнем. Мир. Ну что, тут нечего рыть. Так, это пока стоит тут. Из-за того, что ты заметила меня, моему городу не хватает жителей, чтобы вырасти. Печально. Построй пригород. Не, не хватает жителей, чтобы вырасти в районах, типа... Ему нужно 24 жителя. А может так как-то уничтожить район? Нет, в этом весь и прикол. Я бы так аэропорт уничтожил, прямо в здравии. О, да ладно, у меня есть уголь, целых 2. Да ладно, у меня и урана нет. Вы издеваетесь. Нет, я не могу так атаковать, что ли? Жаль. Я самый бедный китаец в мире. И так не могу атаковать. Ладно.
Прытков принял. ПСВ принял. Стивер принял. Радимиша отказал. А, подождите, ВСВ что-то мне предложил. А это тоже вот это... Сувейр Инглори, это тоже, типа, религиозное что-то? Религиозный объект было написано. Но он мне не нужен религиозным, мне картины нужны. Нафига мне религиозный объект? Да. Есть у тебя картины? Нет, только объекты. Я же сказал. Ну ладно, давай поменяемся. Какая разница? Не, ну это уже перебор, столько иметь культуры в вход. Боже, многовато. Все еще. У него больше, чем у второго и третьего места вместе взятых. А, ты мне дал реликвию. Так это реликвия? Да. А ты мне... Религиозный объект. Короче, все очень сложно. Но она как картина, кстати. Я знаю, но она в слот не ставится в нужный. Ну, вот, не суть. Но она мне в нужный слот поставилась. Хотя нет. Или да? Француза, убей меня, апостола. Блин, у тебя Никита мощные. Но у меня этот мощный, потому что он прокачанный был. Так, у меня тут опять нашествие апостолов начинается, да, Индус? Какой ужасный звук, кстати, не придумали для этих апостолов. Ну, так, ну блин, что мне еще тогда копать? Вот это сюда плывет, да, копать? А этого куда мне отправить? Копать. Да вверх у индуса там что-то искать. Так, этот... Блин. Зря купил, короче, продам. Ненужный караван. Не кажется, Лёша, у тебя Плимут получше столица будет? Ну да. Я его вторым и ставил, собственно, как увидел это место. Угля ни у кого нету. Да, что у нас, кстати, действительно по культуре, науке там у всех. Культура. У меня 215 и 125 туризма. Да, ну, по культуре все сильно отстают, а по науке 151-197. Ну, по науке так, приблизительно рядышком. Пользуйтесь 2GIS для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте 2GIS.ru. 2GIS, если быть точным. Дим Стингер, а как так получилось, что Гонконг в православие обернулся? Это же вроде полностью там. Ну да, не знаю, как это получилось. Влияние этой религии больше. Ну да, влияние городов. Не стоит бороться с силами природы, разворачивай своих апостолов. Нет, нет. В Китае. Не дай этот француз копать. Да, это же все равно не получится.
ничего не получится. Да ты офигеешь мою столицу оборачивать. А я вход могу опасно покупать. Да, открывай возможность объявить религиозную войну и сможешь его этих пророков поубивать. Я и так могу их убивать. Ну, в смысле, обычными юнитами. А, обычно. Кстати, да, прикольная штука. Подумываю. Спасибо. Кого ты там благодаришь? А у меня француз убил пророка. И я получил реликвию. Вот оно чё. Так. Блин, китаец уже где-то в сателлитах, там, в информационной эре. Ну, трындец. Слушай, Лёш, ты ещё что-то жалуешься? Разграбил меня. Ещё там что-то мне сделал. Ещё что-то сделал. Да. Так, давайте кайли меня. В принципе, я ещё 4-й город не восстановил, так что пока не надо. Пока не трогай. Ну, я тебя не могу по науке догнать, несмотря ни на что. На самом деле ты догоняешь, как раз ты отстаешь на одну теху. Ну, блин, на одну теху, при этом у тебя ты впереди вот через техи. Ну, блин, открой дерево технологий. То есть на одну теху, потому что там какие-нибудь низкие, там комбашня, например, у тебя не открыта явно, какая-нибудь сталь, например, не открыта. А не, ты уже сидишь вот там в телекоммуникациях, сателлитах, вот где-то там. А мне, чтобы до тебя дойти, еще... Через один столбик еще надо как-то пройти. Не, просто купил себе мотопехоту, чтобы хотя бы как-то обороняться чуть что. Точнее, догрейдился до мотопехоты. Ну, давайте производственные все-таки построим. Блин, когда уже у этих археологов закончатся заряды? А есть цивик, который покупку зданий сокращает? Да, называется Торговая Республика. Это не цивик, а правительство. Ну, я имею в виду, что... И он сокращает все покупки, не только зданий. А, то есть даже не нужно... все понятно. Я просто искал карточку, а оно по умолчанию идет. Что, у тебя как раз Торговая Республика, да? Да. Я думаю, если хочешь развиваться, то самый выгодный — это античная республика, торговая республика и демократия. Это выше всех логик. Коммунизм. Чё-то приглянулся. Блин, от этого ученого надо как-то заполучить. Давайте-ка мы переключим везде строительство на... А, ну хотя, в принципе, ты можешь обращать меня, все равно уже это... Все, что можно было за религию, построил почти. На кампус. Ну, на очки. Вот эта штука дает очки великого ученого. Меняю, кстати, уголь на нефть. Есть желающие?
меня великие эти работы на уголине. На нет. Grey Science Points. И алюминий. Алюминий я еще не открыл, бля, у меня два. На нефть даже не вижу на карте. Кстати, я тоже нефть не вижу. То, что у меня где открыто. Вот есть нефть вообще. Вон два алюминия у Лондона вообще. Самолетами застроиться будет нападать на кого-то. Может защищаться скорее? О. Нет, Лёша, ты нападать. Экспансировать свою культуру. Не успел походить. Enlightenment, просветление. Индия открыла. Где что это? Самое прикольное, смотрите, вот Россия находится на материке Арктика, но с другой стороны вот находится Гонконг, который тоже материк Казахстане. Так, демократия. Как раз от проектов бонус будет. Так, вот у меня и уменьшилось количество торговых путей. Значит, так. Разбираемся с экономикой. Что у нас тут новое? Плюс 4 дома, плюс 2 счастья. Отлично. Плюс 100% от коммерческого. Знаете, хотя... Давайте лучше плюс 100 науки от кампусов. Вот так. Что с дипломатией? Ваши торговые пути в дружественные города дают для тех и для других неохота. Шпионы быстрее строятся. Давайте какие-нибудь экономические все-таки поставим. Вот тогда можно плюс 100 от коммерческого хаба и гавани, потому что у меня их достаточно. Кампусы, иностранные торговые пути. Ну и 100 культуры давайте тогда еще. Смотрите, 240-257. Обалдеть. Так, conservation. О боже, выключай микрофон. Как это кашляешь? Что, убили мне капера все-таки? Ну, блин. Больше домов надо. Так, плюс 6, 18, 23. Так, больше торговых путей. Ферма построена, еще тут ферму построим. И этот торговый путь в Лондон. Так, значит, у меня бегают 10 караванов. 3, 2 из Лондона, 3 из Плимута, 3 из Манчестера, 2 из Лидса, 1 из Нагои. Знаете что, давайте мы, наверное, из Нагои. Нагое купим. Да, без вырубки ресурсов, конечно, скучно. Ну ты на своей территории можешь вырубать. Про свой баг с пантеоном.
А-а-а. Тебе хочется религии? Да, больше религии. Мне кажется, сейчас там вообще 1005 не будет дало бы веры, я не знаю. Ладно. У меня, видимо, где-то бегает. Проверить это. Эверест это нашел. Один, еще два хода, я ухожу. Можем завтра доиграть с утра, в обед, вечером, когда хотите. Ну, вечером. Вечером с 5 до 7 тоже такое. Я бы с утра доиграл. Слушайте, в субботу-то. С утра ну, я да. не могу. Ну, начинается. После 12. Ну да, с утра днем, видимо. Только вечером. Хорошо, вечером все могут? Ну, я же сказал, с 5 до 7. Слушай, а что ты вот так садишься играть, и у тебя постоянно... То есть люди обычно садятся, когда у них реально там времени много. Что это за такие промежутки ну, маленькие? Было... Такое вот. Просто завтра как-то вечером не получается в анатомию иду, а послезавтра надо учить. Что такое? Уверен, что я в 5 успею идти домой. Не, ну просто кто вот сейчас пойдет на замену, блин, конец игры уже. If God had really intended men to fly, he'd make it easier to get to the airport. Water and air, the two essentials on which life depends, have become global garbage cans. Ну, кстати, китаец, тут же у нас есть ГГшка, которая дает стратегические ресурсы, которых у тебя нету. Я ее не нашел. Ну, перекупай ее, кто там союзник. Я ее не нашел. Ну, найди, значит. Знаешь, такое вот объяснение, что у меня нету стратегических ресурсов, все, игра не удалась. Тут игра тебе дает возможности их получить разными способами. Я-то не особо и плачу, я сейчас ищу способ, как выиграть. Пока такой нормальный способ, это наука. Так, а где еще алюминий? Ну так что, делаем сейф? Нет еще. А, что, решили сегодня заканчивать, да? Ну, ты куда-то отходил, да? Не слушаешь, о чем мы разговариваем. Я писать ходил. Не стал оповещать просто. То если бы не эти паузы по полчаса, там, когда вот эти пролаги были, то мы бы что же закончили. Что-то сомнение у меня. Кстати, нету какого-то ярко выраженного лидера во всем. Так это и хорошо как раз. Это как бы значит, что, ну, игра подзатянется. Я думаю, тут будет научная победа, и все друг другу будут шпионами космопорты фига, ну, рушить. Да шпионы, по-моему, не особо рушат. Нормально. И они часто рушат. Ловятся. Я вот сейчас китайцу индустриальную зону разрушил. И сколько ему восстанавливать ее? Мне кажется, 4 хода нет. Ему кажется... Там разрушено полностью внутри все. То есть он будет сначала зону восстанавливать 4 хода, а потом по одному ходу каждое здание. Другое дело, что космопорт, конечно, это просто одна. Но, как бы... То есть там не надо здание внутри восстанавливать.
Ну так что, этот ход-то делаем сейф? Раз. Если нужно, давайте. Лёша как бы не весь сломался. Ну а чё сломалось? 2 из 3. То есть сама промышленная зона не сломалась. Ясно. Так, ну продолжаем. Очередной сейф загружен. Точнее, грузится. Вроде в конце прошлой сессии я открыл... О, ведь тут прямо так звук уменьшается, когда игра почти загрузилась. Открыл возможность находить всякие прикольные штуки на воде для археологов. То есть не обязательно мне на земле это делать. Так, давайте пойдем в нуклеар. Так, вот тут я открыл в цивиках, по-моему. Да, вот. Shipwreck resource. Надо теперь найти, где оно. А, и вот я хотел поменять. Собственно. Коммунизм, фашизм. Холодная война. Давайте в профессиональный спорт пойдем. Хотел поменять... Вот, плюс 100% туризма от великих работ и артефактов. Давайте мы, наверное, культуру заменим. Вот так. 256 туризма. Пока как-то никак не поменялось. Так, где у нас... Вот. Две штуки. Тут нету. Вот, кстати. Так. И появился великий ученый. Че, все поди уже ходят, да? Я хожу. Да, я все вспоминаю. Но я почему-то ходить не могу. О, прям рядом с археологом. Отлично. 372 туризма стало. Заработала все-таки эта штука. Так, мне еще 5 артефактов надо найти. Так, тут эти опять чудеса зачем-то показывает. Опять показывает, кто... Фростидок какую-то. Шпион украл деньги. Ага, вот рядом с лицом прямо есть. А кто ходить не может? Русский. Может, все юниты походили в прошлый ход? Ну, меня ожидали, ради Миша. Мы сейчас ход закончим, посмотрим. Так, понимаете, что мне надо... У меня тоже ждание игрокара Демиша. Построить, куплю... Субмарину. О. Пойду там с варварами разбираться.
Так, тут космопорт нужен. Это мы подождем пока. Так, тут мы с варварами разобрались. Слушайте, 372 культуры, туризма в смысле. Это, конечно, круто. Я, правда, до сих пор не очень врубаюсь, как вот это работает. О. Что это в чате Димстигр написал? Лошадь. Типа предлагает ресурс для трейда. Тут как в пятой циве это не работает. Это, видимо, другие иконки просто, вот и все. Так, давайте еще одну подлодку купим. Отлично, прям рядом все эти варварскую мумию заполучили. Так, ну вот сюда можно перекинуть, чтобы... Ну? Что за фигня? Почему? This slot can display great work artifact. Ну? Почему не вставляется? Да, много есть проблем еще в этой игре, конечно. Так, тут все открыли. Тут стоим. Ждем, чтобы пришел наш археолог. Так, тут походили. Это бежит домой. А вот еще у нас есть. Так что давайте сюда отправим археолога. Сейчас будет вот это висеть, фиг знает сколько. Фишка defeated. Давайте пока проверим, что у нас по городам. Рост, культура, наука. Тут можно расти. Тут тоже можно расти, только у меня тут стоит на производство. А мы поставим на рост. Так, здесь... Ну, правда, почему-то 10 ходов он. 384 туризма. Понятно. Да, это я политику такую принял. Я же говорю, что Леша будет туристически побеждать. Но я все равно не знаю, как тут победить туристически. Вот смотрите. 384 туризма. Но открываешь победу культурой, типа... И там написано, что к вам должно приехать столько туристов, больше туристов, чем внутренних туристов. Вот первый по внутренним туристам я. Значит, написано,
12 из 99. Ко мне приезжают 2 туриста из Франции, 2 туриста из Китая, 2 туриста из Египта, 3 туриста из России и 3 туриста из Индии. Не-не, Лёша, тебе должно, вот видишь, что написано? Вот, например, у меня написано, что тебе надо 99 туристов приезжать, да? Да. Чтобы победить. Ну. Вот столько, если у тебя будет 99, значит, ты выиграл. Ну вот когда у меня будет 99, если... Я же тебе только что продиктовал, а что из Франции... Сколько у тебя заход прибавляется? Оно не прибавляется, вот заход. Сколько было? Не прибавляется? Не, ну там оно как-то по-другому. Я вот не могу понять, как высчитываются вот эти туристы ко мне приезжающие. Я когда с компом играл, у меня как-то туризмом он постепенно прибавлялось за каждый ход. То есть, но у меня вот, например, количество было. С Димстигром минус 50% туризма, потому что у него религиозный туризм на 50% меньше за просветление, видимо, какой-то цивик. И... Минус 21 за то, что у нас разные правительства, например. То есть у меня вообще со всеми минус процент на туризм. Ну хорошо, вот сейчас у меня 12 туристов. Сейчас ход закончится, я вам скажу, сколько следующим ходом будет. А, Димстигр все подыскивает иконки, да? Better to fight for something than live. Ну, нашел. Так, открываем. Ну, вот сейчас 16 туристов. То есть, плюс 4 туриста за ход. То есть, с такими темпами ты через 20 ходов. Я думаю, я быстрее космический корабль все-таки построю. Блин, слушай, египтянин, а что у тебя около Мемфиса столько... этих затопленных кораблей. У тебя там какие-то битвы были? Нет, у меня там ничего не было. А, были битвы с варварами, точно. У меня, собственно, в самом начале игры варварские квадриремы атаковали моих юнитов. Я не мог туда город поставить. Ну вот. Теперь у меня там археолог плавает, собирает артефакты. Привет, Египет, твои посольства. Золото от побед. Прикольно. Так, куда ты уплыл? Или он об субмарину убился? Так, а куда делся? Археолог тут вроде был. Никаких сообщений, что его убило, не было. Да, я хотел в Плимуте посмотреть. Почему не особо растет? Ну тут, собственно, еды нету. Вот надо 2 клетки еще обработать. На еду-то. ...432 туризма уже. Ничего себе. А, ну потому что тут заработало... заработал тематический бонус. Так, а блин, что? Взял Авенту, забрал, ты что? Злодей. Блин, ну у меня только 2 города-государства открыто, у меня по 5 послов. У меня 2 открытых. У меня 2 открытых, Лавента и Гонконг, и у меня просто по 5 послов. Так, стоп. Могу отправить в Сеул. Что Сеул дает? Рандомная эврика, когда в новую эру. Не считается общая промка. Было бы интересно, сколько всего у меня. Лень считать самому. Торговец.
ученый адмирал. Ну, этот сюда прется. И что, больше нет у меня археологов, что ли? О, блин, нужен археолог. Вот эти еще штуки исследовать. И тут вон. Вот тут же был археолог, куда-то шел. Неужели не пишут, когда археологов убивают? Это странно. Честно говоря. Так, этот у меня должен апнуться. А, уголь должен быть. Хотя у меня уголь уже есть. Или я с кем-то меняюсь. В общем, не хватает 225 золота. Следующим ходом апнусь. Окей. Так, тут у меня археолог тоже уже все сделал. Но мне, в общем, надо еще три. То есть один археолог еще должен поработать, и все. И будет у меня полностью все артефактами завалено. Прям такие эти Индианы Джонсы. Россия, электричество. Так, давайте смотреть. Ну вот, до сих пор 16 туристов. Прошлым ходом было 16 туристов, сейчас 16 туристов. Так. Ну, продолжим. Космический. Все еще не хватает. Космопорт продолжим там строить. Так, а тут надо зачистить море, прежде чем археологов отправлять. Ой. Солнце. Блики солнца. Ну я вот тут Слушайте, а вот у меня вообще три артефакта, блин. Просто построить в Лондоне. Тут у меня не обработано тоже. Надо, наверное, купить рабочего. 210. Вместо корабля у меня тут кавалерия плавает. Все исследует. Ну, кстати, по сравнению с пятой Цивой, ну, я не знаю, конечно, может, это тоже какие-то влияют открытия, но в пятой Циве только в соседних клетках было видно, а тут на две клетки для юнитов на воде. Что у нас тут вообще по науке? 54 технологии, 288. Я в лидерах, кстати. А вот 284 у Франции. Но он отстает на 6. Ну, блин, это быстро, по-моему. Тут в этой игре 1263 сила армии. Француз, ты вышел все-таки в итоге из проблем со счастьем? Да. Ну, со временем это... Француз, держи предложение. Я смотрю, у тебя уже так науки прилично. Ну, городов-то много. Вообще как-то по науке все рядом, кроме китайца. Который уже фиг знает. Да, Лёша, как бы ты по науке меня скоро догонишь уже. Там по техам ты одинаково примерно идёшь, просто я не изучал дешевые технологии. И там, чтобы, например, открыть ядерный синтез, мне придется там 6 тех изучать.
Я же шел в танки в основном, да, у меня не оказалось нефти. Шел в самолет, у меня не оказалось алюминия. А я ядерный синтез не открывал. Я вообще говорю, что если мне придется открывать ядерный синтез, то мне придется еще снизу 6 стег взять. А это 6-7 ходов. Кстати, а где у меня шпионы? О, кстати, вы тут моих шпионов позахватывали. Давайте торговаться. Я что-то только сейчас увидел. Хотя, что я могу дать за шпионов? Ничего не могу дать. 500 золотых. Каких 500? Посмотри, сколько у меня денег. Как я тебе могу 500 золотых дать? Ресурсы можешь отдать. У меня все по одному. Ну, точнее, я могу тебе дать... лошадей и железо, хочешь? Нет, спасибо. Счастье. Можешь по одному. Алюминий? Ну, кстати, тут алюминий не требуется для научной победы. Тут все строится без всяких ресурсов. Нашел бананы Димстигр. Так, проверка. Опять сколько осталось? Сколько туризма? 19. Ну это долго будет. Таким макаром. If winning isn't everything, why do they keep score? Стадион Маракана. Да не, ничего не буду менять. Что нам дальше? Ого! Сперли. Объясните мне, что такое национальный парк и как его делать с помощью натуралиста. Ну, это как улучшение. А на чем оно должно располагаться? Ну, почитай в цивилопедии, там что не написано. Отправлю космопорт защищать. Ну, чтобы никто не мог высадиться и его разграбить. Что-то я себя тоже алюминия не наблюдаю. Что? Алюминия у себя тоже не наблюдаю. Вообще есть ковид? У меня есть. Ага, вот они. Ага, вот эти ребята. Так. Блин. Так, а что по великим людям у нас? Что мне тут скоро опять адмирал будет? Инженер. Вот, кстати, я бы за такого инженера посоревновался. Скоро еще музыкант появится. О. Блин, еще не умирает этот археолог. Эх. Ничего не написано. Как ставить, какие клетки улучшают? Что ты спрашиваешь? Натуралист, на какую клетку его ставить, чтобы он поставил парк? Клетки с престижем от этого какого-то там, короче, уровня. В общем, выглядит это обычно как на границах, на твоих границах рядом с горами или лесом.
понял. Не подсвечивается белыми клетками. Не белыми, наверное, а зелеными наоборот. Целопедия, я находил что-то такое. Четыре зеленых клетки должно быть. Престиж. Престиж на горячей клавише 3. Вот если ты. Я уже понял, где примерно. Интересно, у меня еще, вот если туризм открыть, какие-то клетки, просто клетки дают туризм. Например, 2 туризма клетка с Петрой дает. 4 туризма театральная площадь, 2 туризма пирамиды. Чудеса дают туризм. Да, но по-разному. Вот Петра и пирамиды 2 туризма, а Рурская долина, например, 1 туризм. Ты понимаешь, что чем старше чудо, тем оно больше дает туризма. Театральные площади вроде одинаково построены, но в Лондоне театральная площадь 4 туризма, а в Манчестере теперь 2 туризма. А, там чего построены, а в Плимуте 0. Вот ничем они не отличаются. Полностью заполнены археологические музеи. Ну, то есть одинаково все построено у меня в них. Не, мне страшно, Леша уже почти закрывает культуру. 285 культуры вход. Но я так понимаю, что культура — это как раз защита от туризма. То есть, видимо, чтобы я не победил, вы должны культуру увеличивать. Хотя фиг знает. Я не понимаю до сих пор. Вот даже описание в английской версии. Чтобы получить культурную победу, вы должны привлечь туристов-визитеров, генерируя как можно больше культуры и туризма. Вообще никакой формулы нету, просто написано: генерируйте больше культуры и туризма. Ну и чем больше вы привлечете приезжих туристов, чем ваших внутренних туристов, тогда вы победите. Не ваших внутренних, точнее, а внутренних туристов у другой цивилизации, у которой в данном случае Фрости Дога больше всех 100, то есть мне за 101. Еда, плюс 4 еда от внутренних торговых путей. Да, уже 106 написано. То есть вы каким-то образом тоже должны увеличивать у себя туризм. Какой-то я вот не понял, у меня, например, внутренний туризм 142. Вот как это коррелирует с моим туризмом 444, я не знаю. И нигде это не объясняется. Вот это, больше себя поражает в ЦИВе. Какие-то вещи... такие вот, ну, важные, они почему-то предпочитают никак не объяснять. Слушайте, может взять эти плюс 4 еды от внутренних торговых путей? Что у нас тут вообще? Выбрано туризм, плюс 100 коммерции, плюс 100 науки. Ну, может, вот это заменить? Что у нас? 100% от кампуса индустриальной зоны. Четыре еды. Сейчас у меня уменьшится денег вход. Ну, на 20 вход нормально. Меня устраивает. В принципе. Так, Эрмитаж тут еще недостроен. Блин, вот еще неизвестно, сколько осталось зарядов у археолога. Еще одно место.
Не знаю, прям. С другой стороны, тут археолог эти три соберет и все. А у меня вообще только два осталось. Палац смогу поставить один. Перемещу в Эрмитаж. Молодец, ты все иконки нашел. И бананы, и рыбка, и лошадку. Умничка. Не зря сыграл. Хуэйтиакале построен. И что он дает? Это который около озера как можно строить, да? На озере. На озере, да. Видимо, где-то... А, во, я вижу, около Парижа. Ну, кстати, тут, походу, показывает вот на открытой территории, как в пятой циве чудеса показывало, так и тут. А кто-нибудь может сказать, вот сейчас кто-нибудь строит какое-нибудь чудо? Я хочу посмотреть, видно недостроенное или не видно. А вот смотри, Рэдди Миша, вот у тебя между Йокогамой и Киото на соседней клетке как бы ниже военного лагеря что-то строится, да? Но это похоже... военного лагеря или слева? Ну, справа от лошадей. Между лошадьми и вот табаком. Построенное чудо. Построенное? Да. А мне вот изображается, как будто оно строится. Хм, интересно. Если я вот не понимаю, где эти великие люди появляются, как это... Каким образом? О, еще что-то мог, блин, адмирала могу. Где он появился? О, одна Эврика для атомной информационной эры. Зашибись. Так, ну что, строить археолога, не строить? Или я тут вообще не смогу его построить? Значит, строим исследовательскую лабу. Так, тут я сузерен, он дает продукцию чудеса, здания и районы. У меня уже почти все города-государства все бонусы дают какие-то. Или подойти, пройти дальше. Золото за убийство, норм. Очень даже неплохо. Ну, в принципе, я запущу спутники, и мне все будет видно. Единственное, что, конечно, космопорт надо построить. Кто-нибудь космопорт уже построил? Не. Признавайтесь. И тут только для самолетов, что ли, нужен? Кто? Алюминий. Не знаю. Посмотри, какие еще есть юниты. Да, для самолетов. Потому что я думаю, мне обламываться от того, что его у меня нет на всей территории. Можешь обломаться. Ну что, реально только у меня алюминий? Ну, отличный балансированный старт.
Кстати, я хотел еще спросить, а у всех лошади и железо были рядом? Нет. Посмотрите у столицы. У меня в трех клетках, да. Железо в столице нет. В семи клетках от столицы. У меня только одно железо. Хотя у меня тоже железа у столицы нету. Есть. В третьем радиусе. Где, где, где? В Париже. Где? Нет, у меня. Радиусе. Я про себя говорю, что у меня нет. Да, что-то у меня дофига алюминия, конечно. У меня аж три. Три ресурса. Блин, написано... Димстигр, ты мне какое-то предложение, типа, adjusted, типа, поменял, да? Но я почему-то не могу посмотреть. Я не нажимаю на эту фигню, не открывается. Я уже даже не смотрю, какие там квесты у городов-государств. Кампус. Послать торговый путь. Кучу угля, который нафиг не нужен вообще. Но он для кораблей нужен. Вот у меня как раз нет угля, и я не могу... If you go on with this nuclear arms race, the ultimate end of any ideology is totalitarianism. Не будем менять ничего. Так. Сейчас сателлиты открывать. Уран у меня тоже есть. Я буду плакать сейчас. Уран находится у меня в такой прям шикарной позиции. Короче, Индия, уран находится в клетке, которая находится между нашими двумя городами. Лесу. Там уран. У меня и урана нет. Ну, чисто везука-базука, короче. Игра на везу, на везучесть-базучесть. Блин. Купить археолога, конечно, не... Не, можно 740. Ладно, построю археолога, ладно. Так уж и быть. Надо добивать уже остатки. На самом деле это не круто для сетевой. Ну да. Есть карта NQ для шестерки. Уже появилась? Да, и мод уже появился. Кстати, мод уже прикольный. А каким образом, там... если нету никаких еще инструментов для делания модов? Уже все работает и уже играют с модом. А, ну, мод заключается в том, что не разрешают удалять юниты. То есть вообще, ну, это да, это да. Это я все-таки подошел бы... Надо подождать все-таки нормального патча. Выпустят сейчас. Это правильно вполне. И еще в моде уменьшено количество ресурсов, которые ты получаешь, когда срубаешь лес. Вот, собственно, в мод все отличия. А NQ карта, как обычно, там открывает больше холмов. Карты. Ну открывает. И ресурсы там по-другому распределены. Там есть ограничения, где могут спауниться ресурсы. Ну, типа там алюминий может спауниться только там в пустынных холмах. И где-то еще. Да. Там это ограничение снято. Открыты границы со всеми городами-государствами. Так, что, ну что, тут мы все
460. Что у нас с туризмом? 25-107. Ну, типа, четверть набрана, но она так долго... даже чуть меньше четверти. Так долго набирается, что я думаю, это будет... На самом деле... А, слушайте, подлодки не плавают подо льдами теперь. Нормально? Атакуют ли они города? Что? Атакуют ли они города? Не знаю. У меня... Так получается, я могу только твою Шизуку, если хочешь, поатаковать. Ты единственный, где мой флот, какой-то город есть. Да. А еще Новгород есть, кстати. Эти два города, конечно, нижние японские, бесполезны. Хрен. Так, посадим... Садим в научные. Там кто-то у меня воровал. Так, тут мы все исследовали, поплыли домой. Понимаю, вот у меня тут этот алюминий, такое ощущение, что он не обработанный, но тем не менее три ресурса алюминия мне почему-то идет. Ощущение, что у меня где-то районы на алюминии стоят. Просто. Знаете, самое интересное, что у меня вот ресурс, видите, два ресурса алюминия справа от Лондона, да? У меня там на них шахт нету. То есть там просто они появились вот в пустыне и так и висят. Но при этом у меня три ресурса алюминия. То есть у меня алюминий где-то под районами, судя по всему, есть. Да, я. Везет тебе. Ну, фиг знает. А что это мы висим? Походу, да. ВСВ комп повис, он сейчас перезагрузится. The Cold War is not thawing. It is burning with a deadly heat. Может поставить вот на шпионов? Что это за холодная война? Потому что тырят у меня все. А, нифига. Вообще, я там могу еще шпионов построить. Нифига мне еще вот. В города-государства сейчас посланники, правда? Поэтому давайте снизим на 2 уровень вражеских шпионов в ваших землях и плюс 50% к строительству своих шпионов. Кто-нибудь хочет менять артефакты античной эры? А зачем нужно? Чтобы бонус от археологического музея увеличился.
Поставлю всех на автомат исследовать. Так. Четыреста шестьдесят туризма. О, убил китайского шпиона. Все, теперь на продукцию. Пока еда. Еда. Такие страшные звуки, когда люди коннектятся. Так, что он грузится. Что у меня тут с великими людьми? Инженера. Кстати, вы знаете, что есть можно ход не откатывать, а паузу нажимать? Да, кто может? Все могут нажимать паузу? Хост может. По-моему, не знаю. Да, вот, DimStiger нажал. Все могут. Ну, DimStiger же не хост. Ну, все, значит, могут нажимать паузу. Делать. DimStiger, расскажи, где пауза. Буква П. Чина. Ну хреново. Надо, чтобы только хост мог нажимать. Ну так может паузу тогда нажмем, пока ВСВ входит. Давайте, да. Я совершу, все равно можно что-то делать в игре при паузе. Смотреть можно, ходить-то нельзя. Двадцать шесть туристов. Ну, не знаю, по поводу туристической победы. Количество необходимых туристов увеличивается больше, чем у меня, чем мое это влияние туристическое. Двадцать шесть из 109 нужных. Ну. Да. У всех остальных 160 нужно. Ну, потому что по моим считается. A satellite has no conscience. The children of the nuclear age, I think, were weakened in their capacity to love. Так, а тут что я открыл? When you're bracing yourself for impact. Там было 90%. Офигеть. А, поймал твоего шпиона. Да. Yeah. А у меня просто сидел шпион. Контр-спай. Да. Yeah. Еще и уровень получил. А, мало того, что шпион сидел, так еще у меня принял политики, типа на два уровня снижают шпионов у меня в стране, уровень ваших шпионов. Поздно понял. Так, контршпион на два уровня больше. Это да. То есть, если у тебя нет алюминия, ты не можешь строить самолеты. Никак, абсолютно. Строить старые самолеты. А нельзя, если ты открыл случайно новый, то уже старый не построишь. Этот, блин, аэропорт строил, аэродром. То же самое. Кол. Классно. Так, что у нас тут вообще осталось в политиках? Спейспорт построить, но я сейчас... Блин, комп мне даже правительство умудрился поменять. А, да-да, я видел. Три хода. Натуралист покупается за веру.
Блин, нафига я тут строил? Research Lab мог купить. Эх. Что у нас тут с религией? Может, в ногую миссионера отправим. Блин, как-то дороговато строится уже космопорт-то. Ну, хотя в этом городе у меня тут меньше всего производства, по-моему. Из всех. Давайте, может, аэродром тогда. Понять, когда дружба заканчивается. Ну, никак. Мне вообще-то сообщается, а так до этого никак. Там дружба, он за 20 ходов запущает. Там где-то написано. Да когда она началась? Ну, когда ты заключил да? Декларацию дружбы. Ну, это понятно. Он спрашивает вообще, вообще любые международные договоры вообще никак нельзя посмотреть. Вот я не знаю, с кем я торгую сейчас. Вот. Кому что даю, какие ресурсы. Вообще нигде посмотреть невозможно. По идее, оно, конечно, это посмотреть договоры, но, блин, там чисто вне, ну, внутреннее пути, все. Пути, вон есть обзор торговых путей, что? Кто есть, кто с кем торгует. Обзор торговых путей? Где? А, ты имеешь в виду, это торговые пути. Это торговые пути именно что? Мы говорим про те же... Ресурсы, там, договора. А еще остался. Капитан. Ну-ка, попробую. За нефрит. Как-то дешевенько. Я все равно к тебе их сажать уже не буду. Ну, конечно. Там политика, все дела. Китай, ты мне за сколько своего шпиона отдашь? Мой, моего. 500 золотых. Моего. 500? 500 золотых, да. Ну вот, француз за 500 золотых. Жестко. Это к Китаю вопрос. Проду у Китая золото, то посмотрим. Ну просто быстрее я построю тут археолога, чем буду этого вести. Фиг знает откуда, фиг знает куда. Давайте отправлю пока. Пускай вот сюда идет. Хотя он так, подождите-ка, идет. Блин, так... Выбрал археолог. Вот сюда отправил. Отлично. Так, торговый путь в Плимут. У меня такое ощущение, что у меня все-таки нехватка какого-то торгового пути. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Действительно одиннадцать. А где еще один торговый путь? Пускай полечится. А вот в докладах у вас нету, там, дипломатические сделки, там, ничего не прописывается. Ну, в докладах? Да, наверху посмотри доклад. Ну, я про это и говорил, что, по идее, оно должно быть тут, но я ничего не видел. У меня тут ну, чисто внутреннее. Самые последние, дипломатические сделки. Ну, я понимаю, у меня тут ничего нету. Ну, вот у меня тоже ничего нет. Бак, наверное.
Или просто они это не прописали. Хотя, сколько тут... Какими вообще самые производственные? Тут у нас 58, но, правда, нету... О, 74, а этот 114. Ну, вот надо в Плимуте еще космопорт, видимо. И сколько тут стоит космопорт? 15 ходов. Прилично. Так. Какие у меня бегают караваны? Два из Лондона, три из Плимута, три из Манчестера. Ну, так что Леша теперь основательно на первом месте. По всему причем. Наверное, из Нагои надо отправить. Ну так и ВСВ тебя догнал. Не, ВСВ стоит пнуки, он за счет того, что караваны ко мне присобачиваются. Так а смысл тут, послушай, тут надо открыть всего три техи с этими. Вот все остальные техи, они нафиг не нужны. Ну, если для научной победы. То есть надо открыть сателлиты, открыть Nuclear Fusion, не знаю, как там по-русски, и Robotics. И все. Все остальные техи для научной победы не нужны. Ядерный синтез, робототехника, нанотехнология, спутники. Лёш, там, выкуплю шпиона, короче. Блин, ну тут... А, надо ход закончить. А, опять начать, точнее. Китаец, тоже выкуплю шпиона. Перекидываем деньги от Франции и Китая. Ага, потом Франция обратно их ворует, а я ворую Франции. Эврика. Блин, у нас индус какой настырный со своей религией. Кинул тебе. Я несу свет. Фигня у тебя, не фонарик, а темнарик. Включаешь и не видно ни хрена. Не просто не видно нифига. Даже если что-то было видно, то вообще становится не видно. Знаешь, такое вообще поглощение света. Ну. If you do not change direction, you may end up heading. О, тоже 154 уже, а? Какое? Мобилизейшн цивика, это все только шпионами можно ускорять. Ну окей. Так, Space Race пока уберем, потому что сейчас мы построим. Построить аэродром на другом континенте. Так. Все понял, как национальный парк делать. Должен лес быть. То есть его надо высадить обратно. Или горы. Посадим. А, и все, кстати, прилегающие районы тоже работают. Эти в промышленную зону. А вот и варвары. Блин, мне интересно, насколько у нас с тобой еще это... Дружба будет идти.
А никто картинами не хочет поменяться? Совершенно случайно. Так, что тут у людей есть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блин, один из городов у Франции. Да. 11. Ну и, кстати, Франция первая по очкам. Лично, что первое. Ну, еще 100 ходов и будет там. Она поменит. Не, по очкам, по-моему, 330. А, не, подожди, тут же сетевая скорость. Интересно, на сколько ходов. Миллионы долларов inventing the ballpoint pen so they could write in space. Устраивает туризм от музыкальных, это, по-моему, нафиг надо. А вот плюс 15%, если есть. Или военная академия, или морской порт. Отлично. Это можно будет принять, когда будут построены космопорты в моих морских городах. Значит, надо в Манчестере военную академию построить, кстати. Так что давайте вот это примем. О, минус по деньгам пошел. Так, я построил Эрмитаж. Знать бы теперь, что он дает. Плюс 3 очка великого художника, 4 слота для работ великого художника. И все. Хорошо, а какие? Никаких бонусов тематических не будет. Жаль. Так, тут у нас археолог. Мы наконец-то последний артефакт получим. И тут еще один космопорт начинаем строить. Тут военную академию. А, у меня нету. Сколько будет, кстати, строиться сателлиты? 6 ходов. Ну вот нафига мне уже научная лаборатория, правда? Уже по техам практически. Я открою раньше техи, чем я смогу построить то, что мне надо. Давайте шпионов. Так. Не, нифига. Так, значит, тут. Блин, торговцев по максимуму почему-то написано. Хотя у меня 10 из 11.
Ладно, еще шпиона. И артефакт. Отлично, у меня все археологические музеи заполнены. Но я могу еще артефакт сюда запихнуть. 528 туризма. Но на побег... Хотя треть, уже треть, типа. Интересно. Так, где у нас еще космопорт? Вот космопорт. Так, кину я тут предложение. Китай мне угрозы посылает. Вообще надо бы, может, мне тут юниты какие держать. I'm a big laser believer. I really... Так, где у меня тут конь? За великий человек, артист, отлично. Правда, мне, по-моему, уже сейчас храм, письменный, а вот музей в Плимуте. Арт-музей в Плимуте. Перебрасываем. Китай, а что ты мне просишь, чтобы я не шпионил за тобой? Я за тобой и не шпионил. Если что-то войны. Если я буду шпионить. Так, поплыли-ка мы к себе. А тут мне уже Франция и Китай всякие предъявы кидают. Блин, может мне лучше тут тогда самолеты строить, а не шпиона. Руин нашел. Класс. Тут по армии 1293. У меня религиозный объект на портрет. Thank you.
Так, какие там самолеты? Джет-бомбер. Давайте мы вот это лучше исследуем. Более крутые бомберы. У Лёши и уран есть. Мне кажется, Англия это дисбалансная. Все ресурсы. Я же сказал, что у меня уран есть. Ну, уже и космопорт построен. Да, космопорт построил. Ой, это где такое чудо света? Да. С туризмом. Ну, постепенно все-таки. Хотя непонятно вообще абсолютно, как оно работает, но. Осака не такой бесполезный город. Тут куча урана. Ну вот видишь. Свезло. Же город сам на уранистый. Что, бомбить меня будешь, да? Не знаю. Просто как бы я не знаю, что с Китаем, в принципе, делать. Он слишком далеко. Ты внимательно смотришь сейчас, что происходит? Лёша на первом месте сейчас. Он уже построил космопорт. Я не, даже еще не собираю, ну, не могу его построить. Мне не хватает района. Ну, населения для района. Космопорт не зависит от населения района. Зависит, там... Вот человек не хватает, там, это тоже район. У него нужно место, чтобы достаточно было жителей. Да. Ограничения нет. Же есть по районам. Но они не на все районы действуют. На космопорт действует. И действует на пригород. На акведук еще не действует вроде. Ну и акведук, да. Аэродром вроде не действует. На аэродром тоже действует. Аэродром действует, да, который слот занимает. У меня слот занимает аэродром. Аквидук, пригород. Ну, а, у русских на лавру не действует еще. Так что самый явный деньги. Фаворит сейчас, Леша. Мы, француз, просто друг на друга покидаем ядерки. В чем прикол? Что-что? Говорю, покидаем друг на друга ядерки. Кто-нибудь другой улетит. Блин, или на деньги пустить. Я посчитаю, сколько у меня промки. Хотя нет, на следующем ходу посчитаю. Интересно. Наверное, сниму со шпионов как-то не особо. А вот производство всякое и деньги нужны. Может, пока прекратить тут космодромы. Построить аэропорт. А, смотрите, все-таки требуется 19. Ну, следующим ходом можно будет аэродром строить.
Может, в Манчестере аэродром. Так, надо так, чтобы... Ну, вот тут придется. Блин. I am willing to serve my country. Space Race Project. Ладно, пускай он пока тут стоит. Это во время создания чего-то. А здесь давайте... рабочего. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, в скором времени будет. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео, и раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.